Океан – это колыбель нашей цивилизации. Миллионы лет назад на дне океана зародилась жизнь, дав начало новой эре развития нашей планеты. В нашей жизни океан играет первостепенную роль, формируя климат на Земле. Океан таит в себе множество тайн и загадок, неистовую силу и могущество. Подводная охота в океане имеет несколько специфических особенностей, о которых мы поговорим сегодня. Прежде всего, охота в океане требует от охотника наличия определенной физической формы и правильного комплекта снаряжения. Что я имею в виду, говоря о физической форме? Я говорю о выносливости и спортивной подготовке пловца. Океан, он непредсказуем. Постоянное присутствие разнонаправленного течения, которая может начаться неожиданно, требует от охотника хорошей физической подготовки и правильно подобранного снаряжения. Поэтому начинающие охотники должны начинать знакомство с водной средой и осваивать свое снаряжение на более простых водоемах и бассейнах. Очень важным моментом является подбор маски, так как если маска не идеально подходит по анатомии лица и немного подтекает, то ее использование в океане невозможно. Океанская вода очень соленая и при малейшем попадании на слизистую глаз вызывает жжение и слезовыделение. Теперь о ластах, а именно о жесткости пластин. Пластины должны быть подобраны с таким учетом, чтобы вы могли долгое время работать ими и не уставать. Одним словом, вам должно быть в них комфортно. Если вы уже прошли адаптацию в водной среде и подобрали для себя комплект для подводного плавания и хотите начать охотиться, то сейчас самое время подумать об оружии. Океанская охота непредсказуема, поэтому в океане мы можем встретить как матерых хищников, так и трофей своей мечты. Для классической океанской охоты обычно используют ружья, начиная от 1 метра длины, с 2 или 3 парами тяжей. Наилучшим материалом для таких ружей является тиковое дерево или карбон. Эти материалы дают оружию лучшую плавучесть и стойкость на изгиб при использовании с несколькими парами тяжей и тяжелыми гарпунами. Толщина гарпуна подбирается под конкретные задачи и, как правило, варьируется от 6,5 до 7,5 мм, исключая трофейную охоту. Это отдельное направление для более опытных охотников. Понимая, что океан может преподнести нам сюрпризы, мы должны основательно подойти к комплектации нашего ружья. Чтобы крупный трофей не отнял ружье, существует несколько видов его оснащения. Это установка катушки с хорошим запасом толстого линя или дайнимы, или привязка ружья непосредственно через специальный резиновый амортизатор к жесткому несжимаемому бую. Первый способ наиболее универсален и подходит для смешанной охоты, включая охоту на больших глубинах по рифовой рыбе. Второй способ с использованием несжимаемого буя, привязанного к ружью, хорош для охоты в толще воды, для так называемой blue water hunting, когда вы уверены, что встреча с крупной рыбой неизбежна.
При выборе катушки обратите внимание на то, что катушка должна иметь конструкцию с принудительной фиксацией шпули и автоматической разблокировкой. Вы должны понимать, что после выстрела некогда будет вручную отпускать шпулю. В противном случае рыба вырвет ружье из рук. Зарядка длинного арбалета в принципе не сложна. Нужно просто знать несколько нюансов. Во-первых, если мы выбираем длинное ружье, например, 115-125, то для удобства зарядки оно должно быть укомплектовано как минимум тремя парами тонких тяжей. Например, я на арбалет 125 с 7-мм гарпуном ставлю 3 пары 14 тяжей, подобранных с учетом того, что тяги растягиваются на 350%. Если у вас не хватает длины рук, чтобы, уперев затыльник арбалета, взяться руками за тяж, то тогда лучше сначала возьмитесь одной рукой за тяж, а потом упирайте затыльник арбалета в верхнюю часть пресса, примерно на 5 см ниже солнечного сплетения. Теперь, помимо общепринятых советов по безопасности, для людей, желающих попробовать свои силы в океане, позволю себе несколько советов, как уберечь себя от ненужных проблем и встреч с акулами. Во-первых, самое главное правило в океанской подводной охоте – это, чтобы не привлекать внимание акул, стрелять точно, так, чтобы обездвижить рыбу. Акула улавливает колебания в воде за несколько километров. Второе правило – нельзя потрошить добытую рыбу и вешать ее на кукан, так как запах крови распространяется на многие километры и привлекает хищников. Рыбу нужно как можно скорее подать в лодку. Третье. Если вы увидели акул, особенно таких как буллшарк или хаммер, советую вам, чтобы избежать ненужных проблем, немедленно покиньте место охоты. Океан большой и рыба есть везде. И четвертое. Если акула появилась внезапно и находится в непосредственной близости от вас, не показывайте ей свой страх и не делайте резких панических движений. Лучший способ защиты – это нападение, но не в буквальном смысле слова, конечно. Просто сделайте небольшое движение навстречу, показав хищнику, что вы его не боитесь, и это сработает.